Привет! Ты снова на канале IT User Help. В этом видео я хочу рассказать тебе о том, как можно найти засвеченные пиксели на своем мониторе, на компьютере, и как можно попытаться починить такие пиксели с вероятностью 60%. До 60% такие пиксели можно починить. Если ты видишь на своем экране ярко светящуюся белую точку, либо красную, зеленую, либо синюю, либо еще какой-нибудь выделяющийся пиксель, то скорее всего это так называемый застрявший пиксель, либо засвеченный пиксель, и такие пиксели можно починить. Происходит это на дисплеях LCD, TFT и даже OLED. Существуют еще битые пиксели, но они выглядят как черная точка. Такие пиксели, к сожалению, починить нельзя. Это уже перегоревший транзистор в самом мини-транзистор, в самом микропикселе. А яркие точки — это засветы субпикселей. То есть пиксель состоит из нескольких субпикселей. Если один субпиксель остался в одном положении, то он будет светиться ярко. Такие пиксели можно починить. Для этого мы перейдем в браузер, будем использовать только онлайн-сервисы для решения этой проблемы. И для того, чтобы вне зависимости от операционной системы, которая у вас есть, вы могли попробовать починить свой монитор. Вот так выглядит так называемые застрявшие пиксели, белая светящаяся точка, либо какой-либо другого цвета. А вот так именно битые пиксели, то есть черным цветом. Но для того, чтобы нам починить застрявшие пиксели, яркие пиксели, нам их нужно сначала найти. Если вы их хорошо видите в любом месте, то в принципе можно переходить к следующему шагу. А сейчас мы попробуем протестировать монитор на предмет этих ярких пикселей. И для этого я предлагаю онлайн-сервис monteon.ru. Можете, в принципе, найти любые другие, их множество, но как вариант monteon.ru. Заходите, выводите либо в поисковой строке, либо в адресе, и нажимаем начать. У вас появится такой экран во весь монитор. Если не развернулся во весь, то нажимаете F11 на клавиатуре, чтобы это изображение заняло всю площадь вашего монитора. И далее можете кнопками на клавиатуре, чтобы эта панель нижняя не появлялась и не мешала нам, переводите мышку в какое-нибудь положение вверху и не шевелите, а кнопками на клавиатуре вправо-влево меняете цвета и можете в таком состоянии увидеть яркие пиксели. То есть вам нужно определить, в каком месте вашего монитора этот битый, точнее, застрявший пиксель имеется. То есть если вы увидите что-то выделяющееся яркое, то это он и есть. После того, как мы определили местоположение, нажимаем ESC на клавиатуре, чтобы выйти из этого режима, либо F11, и переходим на сайт, с помощью которого мы будем чинить этот застрявший пиксель. Сайт называется GSG Screen Fix. Вводите, как показано у меня на экране, перейдете на вот такую страницу, и далее внизу нужно нажать Launch G Screen Fix. Нажимаете. Далее нам нужно также страницу браузера перевести в полноэкранный режим. Для этого нажимаем F11. И мышкой можем двигать вот этот шум, который создается, в то положение, где у нас есть
яркий пиксель. Переводим сюда и оставляем минимум на 10 минут в таком состоянии. Допускается, в принципе, и на час оставлять в таком состоянии. Только обратите внимание на то, чтобы экран не тух все это время и ничего не появлялось. Никакие другие ваши приложения, которые, возможно, запущены в данный момент, не всплывали поверх этого окна. И оставляем в таком состоянии. По истечении времени нажимаем Esc либо F11, чтобы уменьшить экран. И можем снова через тест монитора, либо если вы сами помните, в каком месте был пиксель, посмотреть, решилась ли наша проблема. Сайт заявляет до 60% вероятность успеха решения яркого пикселя. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте любой комментарий под этим видео. А также на канале есть видео по решению такой же проблемы, но на смартфонах с операционной системой Android. То есть, если у вас на телефоне есть такая проблема, то посмотрите видео, там я рассмотрел решение проблемы на смартфоне. На этом все. Всем пока.